Всем привет! Я Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В этом видео я покажу, как из старых джинс сделать очень стильный браслет, а главное оригинальный. Для изготовления браслета вам понадобятся джинсы, полоска органзы, фатина, рюши, то есть все, что у вас есть, размер 30 на 8 см. Клеевой пистолет и ножницы. Итак, приступаем. Чтобы определить длину нашего будущего браслета, мы берем сантиметровую ленту и замеряем обхват нашего запястья. У меня получилось 18 сантиметров. Берем наши джинсы, отмеряем обхват запястья и прибавляем по 2 сантиметра с каждой стороны на припуск. Отрезаем. Чтобы наш браслет хорошо сидел на руке, проверим еще раз длину и заколем булавкой. Отлично! Теперь нам нужно настрочить одну деталь нашего браслета на другую, а можно просто приклеить их клеевым пистолетом. Работа с клеевым пистолетом просто летит. Кстати, не пропустите, скоро выйдет новый выпуск, где мы будем делать оригинальные вещи быстро, без нитки и иголки, с помощью клеевого пистолета. Наш браслет уже почти готов. И чтобы скрыть наши стыки на браслете, я предлагаю сделать красивый цветок. Для этого нам понадобится кружок. Я его вырезала из джинсовой ткани. Его диаметр 4 сантиметра. Это будет основа, донышко нашего цветка. А лепесточки мы сделаем также из джинса, плюс добавим органзу, фатин, рюши, что у вас есть. И размер лепестков он будет таким же, как и наше донышко. Вырезаем кружки. Получилось 14 кружков из джинсовой ткани и 6 кружков из органзы. Итак, лепестки наши готовы. Теперь с помощью нашей чудо-техники делаем цветок. Берем кружочек, наносим в центр клей и делаем защип. Вот так должно получиться. Можете складывать лепестки и лицом к лицу, и изнанкой, совсем не важно. От этого наш цветок станет еще только красивее. И не забудьте оставить один кружочек для нашего донышка. То же самое делаем и из органзы. Или рюши, или фатина. Смотря что вы используете. Теперь возьмем наши заготовки и начинаем приклеивать к донышку. Не бойтесь, смелее! Приклеиваем наши заготовочки сначала по периметру кружочка, а потом уже будем заполнять середину. И обязательно чередуйте. Сначала
из джинсовой ткани приклеиваем, потом уже из ботина органзы. Чтобы наш цветок стал более нежным, мы при помощи наших золотых ручек распушим срезы наших лепестков. А ненужные ниточки вытащим и приклеиваем к нашему браслету. Наш стильный браслет готов. Его можно носить самой или преподнести подруге или сестре в качестве оригинального подарка. Если вам понравилось видео и вы хотите узнать еще больше идей, как сделать красивые вещи своими руками, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приятного вам творчества и вдохновения! До новой встречи!